Сейчас в моде только нюд, натуральное покрытие, бежевые тона, полутона. Да, это все очень-очень красиво, но, ребята, скучно. Давайте порисуем. Моя клиентка принесла мне данный вид дизайна. Я с огромным удовольствием согласилась его нарисовать, ведь он очень простой, и его можно нарисовать даже начинающий мастер. Это красивый сочный арбузик, как уже понятно из этого видеоряда. Итак, здесь я уже практически заканчиваю и рисую косточки. Это для меня процесс мучительный был, потому что вы можете очень быстро нарисовать все, что угодно, но вот нужные косточки в нужных местах вы можете рисовать долго, стирать, потом снова рисовать и, в общем, возиться на ерунде. Я думаю, каждый мастер меня поймет. Вот здесь я уже добавляю блики и далее перекрываю топом наш дизайн. Сверху я выставляю несколько капель густым гелем для придания сочности нашему рисунку. И мы потом любуемся результатом. Вышло очень сочно, очень ярко, привлекает внимание. Моя клиентка счастлива, и я тоже. Всем пока!